Прием вели депутат Государственной Думы Артем Туров и глава Десногорска Андрей Шубин. Проблемы, с которыми обратились жители к Артему Турову, касались культуры региона. Так, на прием к депутату пришел преподаватель фольклорного отделения Десногорской детской музыкальной школы Владимир Платонов. Житель Десногорска восстанавливает старинные музыкальные инструменты нашего края. Он буквально по крупицам собирает воспоминания, изучает архивные и научные материалы, погружаясь в далекую культуру наших предков. Музыкант представил Артему Турову два уникальных фольклорных инструмента – двойную свирель и знаменитый смоленский рожок. Это подлинный инструмент. Единственное, что здесь уже подгнила вот эта часть из яблони. Она восстановлена по всем размером. Здесь даже вот пищик из ясеня, ясень, который попала молния, обязательно был, потому что меняется, видимо, древесная структура и для улучшения звука. И озерной обязательно вот тростник должен быть смоленский. Это чисто природный наш вот инструмент. Депутат Государственной Думы с большим интересом слушал преподавателя. Как оказалось, Артем Туров прекрасно знаком с культурной историей области. Политик предложил Владимиру Платонову и его коллективу принять участие в фестивале «Добровидение», который в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге. Как раз мне там наш коллега один из государственных буквально месяц назад прислал письмо с просьбой найти какой-то коллектив, который был бы очень такой эксклюзивно выделялся. Владимир Платонов попросил представителей власти оказать помощь в спасении культурного наследия смоленского региона. По мнению музыканта, традиции нашей культуры не должны прерываться. Он подчеркнул, что ансамблевая игра на старинных русских инструментах – это особый музыкальный мир, который нужно сохранить для молодого поколения. Артем Туров отметил, что разделяет взгляды преподавателя музыки, а глава города Андрей Шубин пообещал рассмотреть возможность создания этнографической деревни в районе Атомпарка. Поэтому вот эту вот идею я поставлю своим подчиненным задачу, мы до экспертов ее доведем, соответственно, вас пригласим, то есть как ваше видение всего этого хозяйства, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Все обозначенные во время приема проблемы отмечены и зарегистрированы. Представители власти наметили для себя механизмы и сроки их решения. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.